В этом году сменилось 836 акимов сел, поскольку истек срок служебных полномочий. Акимы сел избираются народом. Предстоящие 2 года выборы будут финансироваться из республиканского бюджета, а с 2023-го – из местного. На реализацию в 2021 году будет выделено 4,8 миллиарда тенге, в 2022 – 3,1 миллиарда тенге. На должность акима можно подать заявку самостоятельно, представлять политические партии. Если в обоих случаях кандидата нет, то аким района вправе сам выдвинуть кандидата. Но в политической гонке участвуют только те, кто набрал 1% подписей от общего числа избирателей. Указываются номеры и серии удостоверения личности кандидатов на выборы, однако у подписантов такого нет, депутаты внесли в него поправки. Согласно новому требованию выборов, в бюллетень вводится графа «против всех». При этом победа над соперником по подсчету голосов. Если будет ничья, выборы пройдут снова. Законопроект разработан в соответствии с поручением главы государства. Все это еще один конкретный шаг для юридической поддержки инициатив главы государства по политической модернизации. Концепция все-таки слышащего государства. Мы стремимся к охвату всех мнений, всего общества, всех слоев населения. В этой связи вот эта графа «против всех» она позволит вовлечь в процесс голосования. В целом, мажилис внес поправки в 70% норму законопроекта о выборах. В новом документе прописано, что аким, выигравший выборы, не сможет сразу приступить к работе.